На сцене Ефим Шифрин. Начну с вольности. В известном посвящении Влада Шалыча Антокольскому я позволю себе заменить две строчки. Я думаю, что в день рождения Окуджавы эта вольность будет позволительной и оправданной. Здравствуйте, Булат Шалвович. Всем штормам вопреки, пока конфликты улаживаются и рушатся материки, крепкое наше суденышко летит по волнам стрелой, и его добротное тело пахнет свежей смолой. Работа наша матросская призывает бодрствовать нас. Хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас. А может быть, вы моложе, а я немного старее. Но что нам все эти глупости? Главное, плыть быстрей. Киплинг, как леший, в морскую дудку насвистывает без конца. Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица. Пушкин долги подсчитывает и от вечной петли спасен. Вглядывается в море с мачты вор Франсуа Вийон. Быть может, завтра меня матрос под бульканье якорей высадят на одинокий остров с мешком гнилых сухарей. И рулевой равнодушно встанет за штурвальное колесо, и кто-то выругается сквозь зубы на прощание мне в лицо. Быть может, все это так и будет, я точно знать не могу, но лучше пусть это будет в море, а не на берегу. И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали, чем презирающие море обитатели твердой земли. До свидания, Булат Шалвович. Нам сдаваться нельзя. Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья. Но перед бурей всегда надежнее в будущее глядеть. Самые чистые рубахи велит капитан надеть.